Первый в городе частный трамвай пойдет именно здесь, по проспекту Наставников, уже в конце следующего года. У него будут новые современные составы, для которых придется даже поменять трамвайные пути. Узнать эти и другие подробности о новом проекте жители могли на публичных слушаниях в администрации района. Заседание прошло в практически пустом зале. Возможно, жители о слушаниях не знали, а может быть, им пока нечего спросить. Тех, кто пришел, в первую очередь интересовало, станет ли транспорт ходить быстрее. Я рада, что трамвай будут, во-первых, обновленный состав, во-вторых, время в пути от Ладожской до станции Ржевка мне интересует в первую очередь. Летний период, а там все время стоят пробки, так же, как и проспект Косыгина с перекрестком Наставников. По подсчетам специалистов, средняя скорость трамвая в Красногвардейском районе 12-15 км в час. Инвесторы обещают ускорить его до 25-30, в том числе за счет новой организации движения. Мы не можем предсказать, сколько будет трамвай находиться на остановочном павильоне. Соответственно, остановочный павильон переносится до перекресток, чтобы период высадки и посадки пассажиров осуществлялся, так сказать, за фазой пересечения перекрестка. Еще одно опасение – пробки и организация движения во время реконструкции путей, ведь трамвай – основной вид общественного транспорта для местных жителей. Как трамвай будет, как вы хотите, какие куски закроются, то есть какое-то движение будет автобусом дублироваться или как? Как это будет происходить для людей? Сейчас трамваем, вы представляете, как там сейчас он пользуется, да, спросом? Там, допустим, по Косыгина, чтобы влезть в трамвай утром, ехать на Ладожский вокзал, там просто штурмом все берется. В ответ инвесторы пообещали разработать максимально удобную схему движения на время ремонта, проконсультироваться с ГИБДД, а главное – провести работы быстро. И напомнили о будущих плюсах. Очень большой пассажиропоток, с которым, в принципе, сегодняшний трамвай не справляется. Да? И как раз-таки мы увеличиваем пассажиропоток, мы увеличиваем вместимость самого трамвая и, конечно, скорость. Да? То есть как бы мы три в одном. Общая протяженность частных трамвайных путей составит 14 километров. В основном это уже существующие линии на проспекте Косыгина, Ириновском проспекте и вдоль Рябовского шоссе. Проект предполагает в основном реконструкцию старых трамвайных путей. Новые рельсы появятся только на улице Потапова и небольшом участке шоссе Революции. Отсюда трамваи пойдут в новое депо на Индустриальном проспекте.